Здоровенькие были, с вами снова Илья, и после долгого затишья я снимаю очередное видео по моему многострадальному мопеду Piaggio Ciao. В общем-то, вернувшись из командировки из Волынской области, это на западе Украины, где я благополучно в промежутках между покупками расходников по работе на рынке смог найти резину размерности 2.25x17. Спасибо тем продавцам, которые работают на завокзальном рынке. Продали они ее за 270 гривен. Резина Китай, как и порядочный Китай, воняет очень плохо. В общем-то, но за 2 недели то, что она прокаталась с нами в машине, как-то вот этот запах немножко выветрился. Вот. И сегодня, как вы видите, я поставил на место крыло, одел резину на оба. И могу наглядно продемонстрировать, как все стало. То есть колесо свободно вращается, нигде не затирает. Может быть, ага, вот есть небольшая восьмерочка, это разве что. Вот только из нее. Ну, с собой сегодня ключа нету для спиц. Это привычная у меня, как говорится, в семье проблема, когда я уезжаю надолго. А брат, вот, кстати, его машина, может взять ключи, вот, и не вернуть на место. Вот, с велосипедом я вот вернулся, случилась беда, то есть там подпускало колесо, был небольшой прокол, 2-3 дня можно было ездить, и, в общем-то, человек взял велосипед, не глянув, как там, что обстоит с колесом, прокатился и на спущенном колесе и вырвал мне сосок тем самым. И, в общем-то, полинял я вот вчера на 70 гривен новую камеру. С этой камерой тоже у меня небольшая криворукость случилась, так как в гараже тоже не обнаружил я своего инструмента. В общем-то, пользовался гаечными ключами и отверткой. И в какой-то момент при разбортировке старой шины, вот она, чтобы не подумали, что я одну и ту же шину пихаю. Вот она, шина старая, где тут еще соразмерность найду. Вот. Если будет видно, 2.50x17. Вот это та шашина, я купил себе под Новый год как подарок, и в итоге подарок вышел комом. Ну а вот новая, где-то тут была надпись, маркировка. Вот, а у новой маркировки 2.25x17, и она аккурат. За счет того, что она меньше по размерам, дает мне припуск в 6 мм. Ну, разница, если в дюйме у нас сколько, 25,4 мм. То есть на четверть дюйма меньше шина. Да, тут необходимый припуск. И колесо спокойно встало на свое место, без всяких там отгибаний, рисовок крыла. То есть все затянуто, все на своем месте. Если вот увидите, то есть болты тут на месте. Тут тоже, если присмотреться, на месте болты. Все затянуто намертво. Все отлично стоит. То есть проблема с резиной решена. Сейчас я жду получения денег за проведенную работу. И буду отдавать цилиндр на расточку. И в итоге завершать работу по доведению мотора этого мопеда. И он уже будет готов своей дальнейшей работе. Ну что, всем пока, спасибо за внимание.